Дом пока целый. С утра субботы на Садовнической 9 возобновлялись сносы. Об этом можно судить по звуку и по клубам пыли, потому что по-прежнему ничего не видно и доступа на территорию нет. Причем как и вчера, так и сегодня полиция перекрывает даже арку соседнего жилого дома, что, на мой взгляд, совершенно незаконно, и пропускает туда только жителей по паспортам и сотрудников офисов, просто потому, что из соседнего двора только и можно видеть, что происходит, например, со строением 2, самым выразительным, которое вчера было сильнее всего разрушено. Из новостей публичного характера есть одна важная. Министерство культуры устами своей пресс-службы – это не релиз. Это запись высказываний пресс-службы информационными агентствами. Сообщила, что не отказывала государственной историко-культурной экспертизе. По дому Привалова не возвращала ее с отказом, а с замечаниями на доработку. О чем мы и говорили весь вчерашний день, тогда как застройщик на своем брифинге утверждал обратно. Говорил, что этой экспертизе отказ, и что здание не имеет никакого статуса. Это не так. По смыслу сообщения Министерства культуры вчерашнего здание и является выявленным объектом культурного наследия федерального значения. И до решения органа охраны памятников, каким в данном случае является само Министерство культуры, по этой экспертизе никакие действия, подобные тем, что происходит здесь, производиться не должны. Государственная охрана наступает не с того момента, когда орган охраны памятников принимает решение по экспертизе, а с того момента, когда экспертиза аттестованного эксперта подана в орган охраны памятников. Это и буква закона, и смысл закона. К сожалению, смысл закона попран с самого начала, с того момента, когда сносная комиссия, имея эту информацию, проголосовала снос и продолжает, собственно, событиями на участке. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы Министерство культуры сегодня, понимая, что это субботний утренний день, в развитии своей позиции предпринимало меры по остановке сноса. Но этого пока не происходит.